Основа городского бюджета – налоги. За счет этих средств закупают оборудование в больнице и поликлинике, ремонтируют дороги и благоустраивают дворы. Но как быть, если не все налогоплательщики добросовестные? Встретиться с ними лично. В Химках прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в городской бюджет. Как показывает практика, зачастую люди даже не подозревают, что у них есть имущественные долги. Если у вас банк изымал имущество, а налоговая владеет этой информацией, вы подавали туда сведения, что у вас изъяли имущество? Нет. Ну, вот у вас и насчитывается. Вы же должны были тогда налоговой оповестить, дать документ, что у вас дом изъят там за долги или еще что-то, чтобы вам не начисляли за этот период. Если вы не подали, соответственно, налоговой есть за вами имущество, оно начисляется. Вот, пожалуйста, сотрудник налогового кабинета, прийти со всеми соответствующими документами. То есть вот документ об изъятии там 15 февраля, вот документ о возврате, и вам сделают перерасчет. Заседания комиссии проводят в городском округе несколько раз в месяц. Личная встреча с представителями администрации и налоговых органов действует на неплательщиков эффективнее, чем письменное уведомление.